Выпускной бал традиционно проводится в нашем районе в центре города Видное на Советской площади. Вначале все выпускники собираются около кинотеатра «Искра». Очень счастлива, то, что этот день бывает один раз в жизни. Поэтому, какой бы он жаркий ни был, я думаю, мы его переживем. Да, конечно, 30-градусная жара отнюдь не испугала юные сердца. Выпускники средних общеобразовательных учреждений Ленинского района прошествовали с честью и достоинством по главной площади нашего муниципального образования. Затем с поздравлениями и пожеланиями к выпускникам обратились официальные лица. Сегодня в Ленинском районе, как уже было сказано, 78 золотых и серебряных медалистов. Это наш дорогой фонд, но я вам скажу, нам все дороги. Каждый из здесь находящихся на этой площади, каждый сегодня пришедший на выпускной бал на территории Ленинского района, это все наш золотой фонд. Это фонд будущего нашей великой России. Я хочу, чтобы все вы в этой великой России, все 2288 человек, занимали свое достойное место. Продолжился праздник торжественным вручением золотых и серебряных медалей. Молодые люди, закончившие школу с отличием, гордо поднимались на сцену вместе со своими родителями. 11-летний школьный марафон подошел к концу. Впереди новая взрослая жизнь. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, школа останется навсегда для тебя родным домом. Домом юности, ожиданий, мечтаний, надежды. Каждый год из школ Ленинского района выпускаются тысячи молодых людей. Многие из них поступают в вузы, по завершению которых возвращаются в родное учебное заведение. Наверняка и в выпуске 2006 есть будущие учителя. Александр Житков, Алексей Астафуров, Ольга Орлова, Видное ТВ.